Аня, если ты руками не держишься, то ты можешь это делать, если руками держишься за стойки? Давай, попробуй. Только. Ну ничего, вот это можно. Вот это делай, вот это делай, вот так делай. Руками тебе уже не нужно, тебе нужно вот так уметь делать. Так как ты руками делаешь, вот так же ты должен делать и вот чисто ногами. Через 2-3 дня ты будешь вот делать так же хорошо, как ногами, только без рук.